Всем привет! Вы на канале Домик в деревне. Друзья, приехали мы к елкам за рыжиками, за еловыми. Смотрите, какое небо. Сейчас опять хлынет, наверное. Я уже вся мокрая. Ну, вот сейчас, пока дождь остановился, вот эти грибочки я соберу. Вот они, еловые. Так что у нас дожди. Грибов очень много. Всяких. Сегодня я решила вот такие эти еловые рыжики собрать. В общем, они чернеют, зеленеют, темнеют. Ну вот, в общем, соберу ведро, наполню, потом покажу, потом мы с вами будем солить. В общем, все, вон они под елками. Так что, друзья, вперед за рыжиками. Вот видите, вот какой хорошенький. Все, прячу телефон, потому что дождь идет. Капает, в общем-то. Собираемся домой, потому что дождь. Вся мокрая уже. Рыжики у нас еловые. Вон сколько я собрала. Главное, в перчатках я собирала. Чистые грибы в перчатках, а грязные без перчаток. Тут встречаются и сосновые рыжики такие толстые, упругие. Этот... Но в основном червивые. Я уж червивые не старалась брать. Если попалось, это я уж дома выкину. В общем, смотрите, друзья. Шишки я в этом году не собирала. А не могу настроить. Так. Все. В общем, тут елки. И, конечно, вот видите. В общем, елки. Так, тут ряд елки, ряд сосны, что ли, идут. В общем, все, короче, домой. Сейчас почищу себя, смотрите. Не, дом буду уже этот солить. Дома буду солить, друзья, буду мыть. Там многие пишут, рыжики не моют. Я с вами согласна, не моют. Но если они грязные, как же их? Их просто тряпочкой не уберешь грязь. Поэтому я буду мыть, а вы не мойте. Девочки, помыла я рыжики, они у меня и сосновые здесь, и еловые, вот покажу. Вот это сосновые. А вот эти вот еловые, они, видите, чернеют. Ну, они ударяются, вот, то ведро кидаем, то здесь вот моешь, поэтому они вот так вот меняют цвет. Но это ничего страшного. В общем, девочки, мальчики, у меня сегодня как в аптеке будет. Вот. Чтоб не спрашивали, сколько у вас было. Вот я сейчас вешаю. Вот. И для себя уж узнаю. Потому что я всегда на глаз солю. Я прям сильно солю. Потому что у меня грибов очень много же бывает. Вот. Сделаю 3 килограмма. На 3 килограмма я возьму 180 грамм соли. Вот. Чтобы не... оставить там на Новый год, а вот кушать. Через 3 дня их уже можно кушать, друзья. Со сметанкой, с маслом. Вот они. Это сосновые. Вот. Вот видите они. Червивые я выкинула. Перебрала. Так. В общем, здесь у меня 3 килограмма. Это в тазик я положила этот на глаз, друзья. И прям глаз-алмаз. Так. В общем, 3 килограмма. Посмотрите, тут вот вода. Все. На 3 килограмма я возьму 180 граммов соли. Так. На 3 килограмма 180 граммов. А вообще на 1 килограмм 40-60 граммов. Если вы немного соберете, то и 40 достаточно. Так, все, друзья, 180 граммов соли вот это вот, вот на этот тазик. На 3 килограмма рыжика. Ведро у меня пищевое. Так, вот так кидаю прям сюда. Это уж не надо показывать, растягивать этот
видео, правда? Вот. Слой делаю, слой. Там кто-то пишет, где укроп, где листья хрена, где чеснок. Я в рыжики ничего не кладу, потому что у них такой аромат. Это и чеснок не поможет, только вкус испортите, друзья. В общем, вот. И вот этот соль я уже распределю вот на эти грибы. Вот. Друзья, вот тут соль. Вот так беру. И вот так все. И полностью вот эти грибы слоями солю. Итак, друзья, я посолила рыжики. Теперь я поверх рыжиков положу вот ветки елки. Вот так вот положу. Потом они мне пригодятся, когда банки буду укладывать. Этот сверху банок тоже веточки вот эти же положу. Так, ветки положил. Все, друзья, вот так закрываю тарелочкой и сверху ставлю груз. Вот банку поставлю вместо груза. И отправлю в холодильник. Через 3 дня я уже их положу по баночкам, друзья. Через 3 дня можно будет уже попробовать. Все, ставьте лайки, пишите комментарии, оставайтесь на канале. Пока-пока.